там не взяли, сказали пойти на второй вход. Сейчас мы перемещаемся на второй вход. То есть здесь, в Мексикале, есть специальное место. Опять через какие-то строительные леса, через стройку нужно пересекать дорогу и идти в офис, чтобы подавать на убежище. Вот Карлос сейчас как раз пошел с ними. Посмотрим. Контрольно подождем 2-3 часа. Если что, ребята позвонят. Это к вопросу о том, что нужно иметь, ребята, телефон. Чтобы у вас был телефон местный, чтобы вы могли с нами связаться. Так, ребята возвращаются. Карлоса уже забрал. В Мексикале неделю нужно ждать в очереди, чтобы подать на границе на убежище.